Пятый по счету рекорд мира, седьмой рекорд России. Юная спортсменка из Люберец Ксения Лукина покоряет новые вершины в подтягивании на перекладине. Живет спортом, изучает английский, математику называет царицей наук и мечтает в будущем создать свою большую дружную семью. Давай, умница, все, умница. 40 подтягиваний за одну минуту и 47 повторений за один подход. В это сложно поверить, но хрупкой 8-летней Ксюше Лукиной нет равных ни в нашей стране, ни в мире. Эти спортивные трофеи, которые украшают комнату, завоеваны за 2 года. Вот перчатки от самого Николая Валуева. Ты молодец. Увидев твой пост, потом увидев, что ты делаешь, я просто обязан... Я очень хочу подарить тебе эти перчатки с личным автографом и записью на память. Но целеустремленная девочка на этом не останавливается. Каждое утро Ксюша обязательно начинает с зарядки. Примерно 10 или 15 минут я делаю пресс, разные виды и отжимания от пола. Спорт занимает в жизни рекордсменки особое место, но и для творчества она находит время. Занимается музыкой, пением, 2 раза в неделю посещает занятия по актерскому мастерству в театральной студии. Кажется, вижу, какие славные мордашки. Мы тут вам хвост принесли. Ой, спасибо! Каждый день расписан по минутам. Большая часть времени, конечно, проходит в школе. Плотный график на учебе не отражается. Напротив, Ксения – круглая отличница. Это тот редкий случай, когда ребенок преуспевает во всем. Девочка очень скромная и никогда, в общем-то, не гордится своими какими-то особыми достижениями. Все это делает очень, очень мило, очень приятно, очень творчески. Она старается быть первой везде. И в творческих конкурсах, и в олимпиадах. Она лидер, но она такой тихий лидер. Она никогда не будет себя рекламировать. В будущем Ксюша видит себя фитнес-тренером, поэтому любимый предмет в школе – естественно, физкультура. В списке самых интересных уроков – английский и математика. Английский – это очень интересно. Учишь новый язык, математика – там развиваешь ум. Математика – это же царица наук. Нужно получать знания, потому что без знания никак. После школы снова на сцену. С 5 лет Ксения Лукина постигает азы хореографии. 3 раза в неделю занимается в Красковском культурном центре. Девочка уверена, танцы – это не просто развлечение. Танцы для меня означают приятное чувство и напряжение. И при этом это получает быть выносливее и никогда не сдаваться. Вы подумали это все? Ошибаетесь. После танцев домой, но не отдыхать, а заниматься английским. Иностранный язык Ксюша изучает онлайн. My name is Ксюша. Такую дисциплинированность прививает именно спорт, уверен папа Ксюши. Причем это касается не только ребенка, но и самих родителей. Вот у нас сына не одна, у нас 3 детей. Стараемся как-то везде поспеть и поработать, и позаниматься, и внимание уделить детям, себе же спорт опять-таки. После насыщенного дня можно уже расслабиться. Ксения признается, подурачиться вечером с братом и сестрой и поиграть с ними – это еще одно любимое занятие. Маленькая рекордсменка раскрыла нам и свою мечту. Я хочу, когда вырасту, чтобы было много денег, я купила маме с папой дом, бабушке с дедушкой, себе большой дом, и чтобы у меня была собачка и кошечка. Еще чтобы у меня, конечно, были дети. И муж. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.